Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SM, модель под номером 35377. Это у нас колесный бронетранспортер. Это у нас получается версия, скажем так, немецкая. Вообще эти бронетранспортеры были французские, судя из исторической справки. Были они французские, было выпущено порядка 500 машин такого, и они были захвачены. Так, что-то камера нарезка с ним может навестись. Давайте пока я вскрою коробку. Вот и камера у нас заработала. В коробке у нас инструкция, пакет с литниками. Декаль выполнена на новой бумаге. Новая бумага у компании SM отличная, переводится просто замечательно. Давайте сейчас посмотрим немного инструкцию, а потом перейдем к нашим литникам. Инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первый лист у нас глянцевый, все последующие матовые. Краски в палитре Revel это Mia, которые компания SM предлагает для окраски данной модели. Далее. На первом развороте у нас показаны литники. Красным обозначаются детали, которые не используются. Судя по тому, что у нас получается не используются детали башни, получается это будет версия, которые были ранее выпущены, ну, уже у компании SM кузов, но с новым литником. Вот этот, похоже, литник, он новый. Это у нас новая башня. Ну, соответственно, там новое вооружение. Ну, и получается совершенно новая модель. Инструкция очень подробная. Двигатель достаточно детализированный. Данная модель подойдет как новичку, так и опытному пользователю, так, ну, опытному моделисту, правильнее сказать, так как, во-первых, инструкция очень подробная, во-вторых, собирая последние модели компании SM, мне очень понравилось их качество. Это и стыкуемость, и качество пластика. Каждый шаг подробно расписан. Ну, я так понимаю, вот эта часть у нас у данной модели совершенно новая. Так, окончательный вид 3D модели. И еще у нас здесь варианты окраски. Варианты окраски у нас Франция лето 44 и Франция лето также 44. Ну, здесь разные батальоны, похоже. Нет, батальон тот же. Что-то тут. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Лето. Странно. Ну, просто разные номера машин. То есть это один и тот же батальон, одна и та же дивизия, просто разные номера машин по инструкции. Окраска, как вы видели, тоже одинаковая. Давайте теперь к обзору модели. Здесь у нас показан кузов. Хочу обратить внимание на качество литья. То есть кузов у нас клепанный, все клепочки, все это на кузове присутствует. Все это сделано хорошо и замечательно. Также хочу обратить внимание, что на данном литнике нет никаких либо дефектов. То есть все пролито, все замечательно. Литник с башней, я так понимаю, это наш новый литник, который компания SM изготовила для данной модели. То есть модель это интересная, новый, всегда новый прототип, новая модель, получается это интересно.
здесь у нас детали корпуса, также пол бронетранспортера. Также он в виде выполнен рифление. Все это очень хорошо пролито. Каких-либо дефектов не обнаружено. Толкатель на внутренних частях. Это у нас колеса. Также все хорошо. Да, пролиты. Все болты видны. Далее, раз тут попался поводок, давайте посмотрим литник с самой резиной. Ну, сразу что хочу сказать, качество литья отличное, каких-либо дефектов на данном литнике нет. То есть бывает у разных фирм производителей, что и присутствуют и обои, и какие-либо другие там недоливы или дефекты. Нет, здесь все замечательно. Протектор все четко виден. Дальше. Ну и окончательный литник. Тут присутствует на данном литнике большое количество мелких деталей. Также у нас присутствует башня. Башня у нас даже дана здесь в двух вариантах. Это у нас старые детали, которые не используются в данной модели. Но думаю, что опытные моделисты смогут пристроить куда-нибудь такие башни. Можно куда-нибудь, может, и на диораму пристроить. Но это кому как будет удобно. А вообще, как правило, такие детали я не выкидываю, потом могут мало ли куда-нибудь пригодиться. Ну, еще раз обращу внимание, что здесь большое количество мелких деталей. Количество литья шикарное. То есть каких-либо дефектов или недоливов там, или еще чего. Ну, каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Вот и закончу наш обзор. Закончу вот так. Если вы собираете немецкую, получается, бронетехнику колесную, да не только немецкую, это же по сути французский бронетранспортер. Ну, в общем, если вы собираете бронетехнику колесную, эта модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо, всем пока.